это как? И промывал. В обратную сторону. Радиатор снимать приходится. С лишним лет, наверное, что-то там, блядь, прожрать может. Ну, это так не делается, да? Не бухаешь, что ли, уже? Чем? Сегодня нет, да? Понятно. Обычно... Да вот я двигаюсь по объездной, поэтому и пропадаю. Смотрел, блядь, все шланги сухие. А вот сейчас еду вокруг Патрокола, блядь. Он ржавый такой, вытек, да. Там делают столбы. Поскольку она мне обойдется, там получается, в принципе, только задняя резиновая крышка и передние резиновые, а все остальное можешь вот набросить комплект, чтобы тебе мозг не выносить. Мне балка на 500 килограмм 7-метровая, ролики три опорных верхняя у меня есть. Розница, да, нету, нет. Ну, опоры как же? Нету. Вот ролика нет и заглушки задней нету. А резиновые это где они стоят? Так мы про них только что говорили. Два резиновых ролика это были.